Оксана Махота трижды мама, причем сразу двух особенных детей. Младший ребенок в этом году идет в первый класс. Перед Днем знаний для малышей подготовили настоящий праздник с играми, представлением и сладкими угощениями. Этот праздник, он очень нужен. Это дополнительная подготовка, да, какая-то финишная прямая. После того, кто закончил детский сад, реабилитационный центр. Мы, например, ходили в реабилитационный центр. Очень тепло встречали детей. Детей это располагает, безусловно. Всех брали в игры, как только это можно было, и по мере того, как это можно было. Потому что детки, конечно, здесь совершенно разные. Праздник рассчитан на 150 детей, но из-за эпид-обстановки их разделили на группы. Сегодня вместе собрались 35 малышей. Для остальных будут организованы праздники во дворах. Мероприятие проходит по традиционной городской акции «Внимание, первоклассник». Она проводится в Самаре уже в 18-й раз. За все время в ней поучаствовали более 4000 детей. Главная цель – это оказать помощь первоклассникам с ограниченными возможностями здоровья. В этом году они идут в обычную общеобразовательную школу. Акцию проводят по муниципальной программе «Самара детям. Мы рады». «Разные мы равные», которая действует в городе до 2022 года. Мы поздравляем наших первоклашек. Это особенные дети, это дети с ограниченными возможностями. Поэтому для них особенный праздник. Сегодня мы их собрали на свежем воздухе. Каждому из детей вручен подарок от администрации города, от Елены Владимировны Лапушкиной, которая от всей души поздравляет их с наступающим новым учебным годом. Кроме того, в этом году за поддержкой могут обратиться и родители близнецов и двойняшек, собирающие своих детей в первый класс. Для них предусмотрены выплаты размером в 5000 рублей на каждого ребенка. Чтобы получить матпомощь, необходимо написать заявление в профильный департамент. Мария Левна, Николай Сидоров. События.